А? Хорошо. Выдвигайте, да? Да. Уважаемые коллеги, мы начинаем церемонию подписания совместных документов, после которой состоится пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств России и Аргентины. Подписывается совместное заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова и министра иностранных дел и культа Аргентинской Республики Сусанны Малькоры. Se firma la declaración conjunta de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, señora Susana Malcora, y del ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, señor Sergei Lavrov. Уважаемые дамы и господа, переговоры, которые мы провели с госпожой министром, были очень полезными, содержательными. Аргентина в числе ключевых партнеров России и Латинской Америки, и отношения между нашими государствами вышли на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, которое позволяет наращивать взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. Мы удовлетворены тем, что курс на упрочение этого взаимодействия, стратегического взаимодействия, продолжается и после прихода к власти новой администрации в Буэнос-Айресе. Мы сегодня обсудили практические шаги по дальнейшему развитию наших связей в русле тех договоренностей, которые были достигнуты президентами наших государств в ходе телефонного разговора 16 декабря, вскоре после избрания Маурисио Макри президентом Аргентины. И обсудили мы также график российско-аргентинских контактов на политическом уровне и на уровне ведомств, руководителей различных направлений экономических секторов наших правительств. Мы заинтересованы в продолжении наращивания динамики торгово-экономических связей, договорились принять необходимые меры по скорейшему началу практической реализации целого ряда совместных инвестиционных проектов, в том числе в энергетической сфере, и госпожа Малькора в ходе своего визита в Россию провела и еще проведет немало полезных встреч, которые позволят прояснить ряд вопросов, требующих дополнительного обсуждения. Конечно, мы поддерживаем дальнейшее развитие гуманитарных, культурных, спортивных связей. Рассчитываем, что Аргентина будет представлена на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Мы желаем успехов этой самобытной и очень любимой многими команде. Рассмотрели мы ключевые вопросы международной повестки дня, региональную ситуацию в различных частях мира. У нас принципиальное совпадение подходов по принципиальным вопросам, таким как приверженность многосторонности в международных делах, важность демократизации международных отношений, уважение международного права, коллективный поиск ответов на многочисленные вызовы и угрозы, прежде всего такие как терроризм, наркотрафик, другие формы организованной преступности, неприятие односторонних санкций и двойных стандартов. Мы самым высоким образом оцениваем нашу координацию действий в рамках Организации Объединенных Наций, группы 20 и на других международных форумах. Мы признательны Аргентине, в том числе и новому правительству, за продолжающуюся поддержку развития связей России с интеграционными объединениями в Латинской Америке, такими как СЕЛАК, УНАСУР, МЕРКОСУР,
и условились оказывать содействие налаживанию контактов по линии Меркосур и Евразийский экономический союз. Такие контакты были начаты, и надеемся, что они вскоре завершатся согласованием документа о параметрах сотрудничества. Россия и Аргентина одинаково смотрят на необходимость урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и на севере Африки, в других частях мира, на основе объединения усилий мирового сообщества, в стимулировании политико-дипломатических решений при наращивании борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Это явления, которые бросают беспрецедентный вызов всему мировому сообществу. Итоги переговоров отражены в совместном заявлении, которое мы только что подписали. В нем подтверждается приверженность наших стран имеющимся договоренностям и преемственность в том, что касается продвижения стратегического партнерства. Я искренне признателен госпоже Малькори за очень хорошие переговоры. Желаем на ее новом посту новых успехов в ее работе и хотел бы передать ей слово. Большое спасибо, господин министр. Доброе утро всем. Мне очень приятно приехать в Москву в моем новом качестве министра иностранных дел Аргентины. Мы 4 месяца назад начали нашу работу. Деятельность эта ставит перед собой 3 основные цели. Первая цель важнейшей – это преодоление бедности в нашей стране. Второе – это борьба с наркоторговлей. И третье – единение всех аргентинцев через усиление демократических институтов. Как вы видите, эти цели тесно связаны с тем, как Аргентина позиционирует себя в мире. Это открытая страна, Аргентина, которая готова работать со всеми и искать пространство сотрудничества во всех возможных областях. В этом смысле мы будем укреплять двусторонние связи и, в частности, с Российской Федерацией. Поэтому мы приехали сюда для того, чтобы подтвердить, что стратегическое партнерство продолжает действовать, что она не зависит от смены администрации, это государственный вопрос, и поэтому мы хотели бы сделать все необходимое на уровне правительств, но также и включая частный сектор, который позволит нам улучшить и совершенствовать процессы инвестиций и экономического и торгового обмена между 2 странами. Для примера скажу вам, что в контексте наших планов предполагается 100 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктурные объекты в нашей стране на ближайшие 4 года. Кроме того, мы говорим о сотрудничестве с российскими предпринимателями. Мы увидели интерес к сотрудничеству в сфере энергетики и инфраструктур. Мы также беседовали в Евразийской экономической комиссии. Как правильно заметил господин министр, предполагается сотрудничество с объединением Меркосур, и через несколько недель это будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Меркосур в конце апреля. Аргентина желает улучшать свою интеграцию в мире, используя все механизмы двухстороннего и многостороннего сотрудничества. И мы обсудили также следование принципам устава ООН, которые определяют форму нашей работы. Поэтому еще раз хочу выразить благодарность и наше удовольствие совместной работы и декларации, которую мы сейчас подписали, и подтвердить, что Россия и Аргентина, Аргентина и Россия имеют впереди важную дорогу для сотрудничества в сфере экономики, культуры, спорта. И действительно, Аргентина обязательно приедет в Россию играть на чемпионате мира в 2018 году. И тогда, конечно, президент нашей страны приедет сюда также, потому что он любит футбол. И так мы должны идти вместе, выполняя эту работу. Спасибо.
Уважаемые коллеги, переходим к вопросам. Пожалуйста, Russia Today. Добрый день. Ариш Мухаммед, арабская редакция Russia Today. Первый вопрос адресую госпоже Малькоре, министру иностранных дел Аргентины. Российско-аргентинские отношения стремительно развиваются во всех направлениях. Наблюдаются схожие позиции двух стран по ключевым вопросам международной повестки. В этом контексте есть ли перспектива выхода отношений Москвы и Буэнос-Айреса на новый, более тесный уровень? Стремится ли Аргентина стать участником БРИКС? Второй вопрос адресую Сергею Викторовичу. Как Москва относится к проведению сегодняшних парламентских выборов в Сирии в преддверии нового раунда Женевских переговоров, продолжения боевых действий на территории этой страны, особенно с учетом того, что внешняя оппозиция заведомо не настроена на принятие их исхода? И на ваш взгляд, кто из сирийских сторон проявляет большую гибкость? Спасибо. Что касается вопроса о повышении уровня отношений России и Аргентины, мы всегда считаем, что можно совершенствовать и укреплять связи. Есть множественные возможности, исходя из того факта, что Латинская Америка и Аргентина — это регион, свободный от конфликта в нашем конфликтном мире, и мы можем сказать, что мы представляем регион мира. Была подписана декларация организации СЕЛАК, и это, конечно, привлекательный фактор для инвестиций, для сотрудничества и для определения совместных позиций с точки зрения позиций мира в Латинской Америке и в Аргентине, поскольку в нашем регионе и в нашей стране много полезных ископаемых, которые зачастую приводят к конфликтам. Аргентина готова работать на любой площадке, платформе. Мы расположены присоединиться к любой платформе. Что касается БРИКС, это собственный процесс созревания, интеграции членов стран БРИКС. И в тот момент, когда будет предложено, мы, конечно, будем полностью расположены к разговору на эту тему. Два слова по первому вопросу. В рамках БРИКС достигнуто понимание о том, что на данном этапе мы хотим, все пять стран, мы хотим посмотреть, как будет работать это объединение вот в нынешней ситуации, в нынешнем формате. Оно относительно молодое. В его рамках, помимо регулярных встреч на высшем уровне, созданы секторальные механизмы по различным отраслям материального взаимодействия. И также регулярно проводятся встречи на уровне министров иностранных дел, на уровне министров финансов и так далее. Хочу сразу сказать, что в рамках БРИКС действует и такой механизм, как аутрич, когда проводятся саммиты в той или иной стране участницы БРИКС. Всегда приглашаются страны соответствующего региона. Так было, когда саммит проходил в ЮАР, так было, когда саммит проходил в Бразилии, и Аргентина была одним из участников, которые были приглашены для того, чтобы вместе с членами БРИКС посмотреть над перспективными совместными проектами в областях, которые представляют обоюдный интерес. И эта традиция будет продолжена, она помогает обеспечивать сопряженность повестки дня БРИКС с интересами других быстрорастущих экономик. И еще одно соображение. Мы уже сотрудничаем как БРИКС, как организация с Аргентиной в рамках группы 20. Не только с Аргентиной, но в том числе с Аргентиной, потому что позиции наши по главным вопросам, обсуждаемым в двадцатке, это прежде всего реформа международной валютно-финансовой системы, эти позиции у БРИКС, у Аргентины, у целого ряда других наших единомышленников являются абсолютно идентичными. И мы активно сотрудничаем в рамках двадцатки, все вместе, для того, чтобы решение о реформе международной валютно-финансовой системы, прежде всего о реформе системы квот и голосов Международного валютного фонда, были выполнены, и чтобы они всеми уважались. И сегодня мы также обсуждали и такой еще аспект
деятельности двадцатки и в целом международных валютно-финансовых институтов, как проблема суверенного долга, которая, как вы знаете, особое значение имеет для Аргентины. Это тоже одна из тем, по которым мы активно сотрудничаем и считаем необходимым достичь консенсуса по этой очень важной составляющей международных дискуссий о валютно-финансовых и кредитных отношениях. Что касается второго вопроса по Сирии, вы знаете, сегодня проводятся парламентские выборы, и мы к ним относимся весьма-весьма спокойно, потому что считаем, что эти выборы обеспечивают функционирование тех институтов управления в Сирийской Арабской Республике, которые предусмотрены действующей конституцией этой страны. Да, действительно, на женевских переговорах, которые возобновляются сегодня-завтра, на этой неделе, обсуждаться будет с нашего общего согласия по договоренности Международной группы поддержки Сирии совет, по решениям Совета Безопасности, он будет обсуждаться реформа политическая в Сирийской Арабской Республике. Сирийские стороны должны будут договариваться о новой конституции, о том, как они видят структуры, которые позволят осуществить плавный переход к новой системе. Но договариваться должны, конечно, сами сирийцы. Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть новая конституция, на базе которой будут проведены новые досрочные выборы. Но пока этого не произошло, нельзя допустить какого-либо правового и вакуума в сфере исполнительной власти в Сирии. Вот эту роль, недопущение вакуума в этой сфере, призвано сыграть сегодняшние выборы. Именно так мы к ним относимся. И еще раз подтвержу то, что мы уже многократно говорили, что мы по-прежнему полностью привержены договоренностям, касающимся проведения переговоров между самими сирийцами с целью достичь согласия о политических реформах. Эти договоренности закреплены в решениях Международной группы поддержки Сирии, в резолюциях Совета Безопасности ООН, и их нужно всем выполнять. Насчет того, что нынешняя оппозиция не настроена на признание исхода выборов, которые сегодня проходят в Сирии, это покрывается тем, что я уже сказал. Главное, чтобы все оппозиционеры, их там в Женеве несколько групп, и все они должны на равных участвовать в переговорах с правительством, равно как необходимо и пригласить еще пока не участвующую в женевском процессе партию сирийских курдов, все оппозиционеры должны работать на достижение компромиссов, потому что главным критерием, одобренным в Совете Безопасности ООН, является достижение между правительством и всем спектром оппозиции обоюдного взаимного согласия о новой конституции и о процедуре проведения выборов и формировании новых исполнительных структур. Поэтому нажимать нужно на всех участников межсирийских переговоров. Мы иногда слышим, вот так же, как мы слышим по Украине, что Россия должна выполнять минские договоренности, хотя достаточно прочитать этот документ, чтобы понять, кто его должен выполнять. Также мы стали слышать, что Россия должна заставить правительство Сирии выполнить решение Совета Безопасности о реформах политической системы Сирийской Арабской Республики. Это тоже достаточно некорректная позиция. Она порой, к сожалению, звучит из уст представителей Соединенных Штатов, в том числе в Совете Безопасности ООН. Естественно, мы объясняем им, что к чему, и они все прекрасно понимают. Но вот эта вот тенденция в любом маломальски значимом конфликте, который находится на рассмотрении мирового сообщества, говорит, что вот Россия должна что-то сделать одна, а все остальные будут ждать, когда за них кто-то все решит. Эта тенденция неверная, она ведет к дополнительным осложнениям. Потому что уже слышал я от некоторых наших европейских коллег, что и по Украине Россия должна все сделать, и по Сирии, а теперь еще и по Ливии. Так дело не пойдет.
мы все прекрасно понимаем, что только коллективная работа может принести результат. Поэтому, да, мы в любом конфликте, в том числе сирийском, работаем со сторонами, чтобы они выполняли свои обязательства. В данном случае по сирийскому урегулированию мы работаем и с правительством, и с оппозицией. А наши западные партнеры, которые с правительством не хотят контактировать, должны взять на себя основное бремя ответственности за принуждение оппозиции, включая многих радикально настроенных оппозиционеров, к тому, чтобы они приняли условия, которые были согласованы ранее. Условия, предполагающие проведение переговоров с сирийским правительством с прицелом на достижение компромисса и взаимного согласия всех сирийцев на те или иные реформы. И записано в наших решениях, что только сами сирийцы могут определять судьбу Сирии, и вот здесь никакой гибкости быть не может. Гибкость необходимо проявлять сирийским сторонам, чтобы выйти на общие договоренности. А обязанность всех внешних игроков требовать от них следовать тем принципам, о которых договорились. Так что я думаю, все будет зависеть от того, насколько добросовестно наши партнеры из Соединенных Штатов, из Европейского Союза, из региона Персидского залива и в целом из Ближнего Востока будут следовать вот решениям, закрепленным в Совете Безопасности. Мы будем делать все, что от нас зависит. Свою часть работы мы точно выполним, как мы это делаем всегда. Если больше вопросов нет, то позвольте на этом завершить пресс-конференцию. А, давайте вот, если можно, еще один. Александра Дебежева, «Россия сегодня». Вы говорили о том, что во время переговоров обсуждались различные инвестиционные проекты. И в связи с этим хотелось бы спросить о двух крупнейших энергопроектах, да, между Россией и Аргентиной. Я имею в виду ГЭС Чуидо-1 и атомная электростанция Атуча. Что-то стало известно по этому поводу? Какие-то детали, возможно, прояснились? Спасибо. Действительно, мы вели разговоры по этим вопросам не только на нашей двусторонней встрече с министром, но мы провели серьезный диалог с представителями частного сектора, с банками, в частности, с банками, которые занимаются конкретным финансированием. Что касается ГЭС Чуидо, в делегации находится губернатор провинции и статс-секретарь по гидроресурсам, которые занимаются этим вопросом. И сегодня утром они встречались в Москве с банком, который финансирует этот проект и представляет консорциум аргентинских и российских компаний, которые работают над этим проектом Чуидо, который является приоритетным. Он важен не только для генерации электроэнергии, но и также для орошения новых земель за счет этих водных ресурсов. А также это важно для водоснабжения тех районов, где не хватает воды, а также для месторождения Бака-Муэрта, где имеются большие залежи сланцевого газа в провинции Ньюкен. Мы стараемся вести эти переговоры сегодня, и главный вопрос – это финансирование. Мы надеемся решить этот вопрос как можно скорее. Что касается проекта атомной станции, сейчас мы рассматриваем состояние дел и анализируем, как лучше работать над этим проектом станции Атуча. Атомная станция Атуча. Здесь есть ряд возможностей, и наш министр энергетики работает над этим проектом, который несколько отстал в сравнении с гидроэлектростанцией, но я думаю, что в ближайшие месяцы будут достигнуты определенные решения. В Аргентине ощущается нехваток энергии в настоящий момент, и мы предполагаем наращивать эти мощности в ближайшие годы во всех сферах,
возобновляемые источники энергии, принят закон, который устанавливает долю в 20% возобновляемых источников энергии к 2030 году. И кроме того, мы должны повышать долю атомной электроэнергетики в матрице нашей страны. Мы надеемся, что российские компании, как они до сих пор доказывали свою эффективность, мы надеемся, что они будут участвовать в различных тендерах, которые мы объявляем в ближайшее время. Все. Спасибо.